Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня также для всех мужчин данная лекция. Либо для женщин, которые хотят помочь своим мужчинам. Итак, данная точка ТР4 Янчи, мы говорили, что она используется при всех заболеваниях проявления простатита. Но сегодня данную точку мы можем с уверенностью применять, если диагностика 12 меридианов и все анализы показали нам, что простатит либо простата, вот, лучше всего слово будет подходить сюда, простата, либо предстательная железа, слабая, вялая. И на фоне этой слабости, вялости формируются те или иные заболевания. Какие? Мы не знаем почему, потому что каждый человек индивидуальный, и мы не можем сказать, что при слабости, скажем так, предстательной железы у всех мужчин будет развиваться рак. Это будет неправильно, неверно. Либо у всех мужчин будет проявляться аденома. Это неправильно, неверно. Это будут также воспалительные процессы предстательной железы при слабости, вялости. Мы не знаем. У всех это происходит по-разному. Все люди разные. Но помните, уважаемые зрители, если диагностика 12 меридианов и все выводы западных врачей, все анализы показали, что ваша предстательная железа слабая, вялая, ее функции нарушены, секрет простаты слабо выделяется. Вот, помните, что функция простаты контролируется гормонами, что гормоны слабые, вялые, воспроизводятся не только почками, но и всем организмом в целом, этими органами. То нужно что? Активизировать предстательную железу, либо активизировать все функции организма. И с помощью точки ТР4 Янчи мы можем протонизировать, активизировать непосредственно предстательную железу. Но здесь, уважаемые зрители, нужно знать, что вы должны быть полностью уверены на 100%, что предстательная железа слабая и вялая. Здесь нам поможет диагностика 12 меридианов. Почему? Потому что именно общие энергетические балансы показывают, в каком состоянии все органы и все системы. То есть, если мы провели диагностику 12 меридианов и знаем, что все 12 меридианов отвечают за мочеполовую систему, как у мужчин, так и у женщин, вывод простой. Слабая предстательная железа. И данная точка ТР4 должна быть включена в рецепт, если человек жалуется, что на свою слабую, вялую, предстательную железу. Но также, уважаемые зрители, вы должны знать и понимать, обращаясь к мужчинам, что предстательная железа, ее называют вторым сердцем мужчины. Потому с сердцем не шутят и с ним не экспериментируют. Пожалуйста, о сердце заботятся. Спасибо за внимание.